Сегодня вы смотрите презентацию спектакля мюзикла «Сезон дожди». Кого же удостоить ценным призом, скрипкой великого маэстро Пауло Антонио Тесторе? А мы приглашаем нам актера Тимура Альдерица, который расскажет обо всех тонкостях создания мюзикла. «Сезон дождей» — это первый большой проект продюсерской группы «Кейнотап Медиа Групп», где принимают участие талантливые музыканты, талантливые танцоры, талантливые артисты, победители в всероссийском социальном конкурсе искусств «Найти героя» в 2021 году. Ты посмотри, как он красив, какая скрипка у него в руках. Лана, но опять ты за свое. Мы вас заставим насладиться музыкой 90-х годов и вспомнить то, о чем мы все так думали. Шеф, его узнал я. Это был один из Рейнов. В основу мюзикла легла история талантливого музыканта, скрипача Ника и не менее талантливой, потрясающей певицы, его возлюбленной Эллен Уайт. И, конечно же, изначально этот мюзикл был написан на английском языке. Для Голливуда, для Лас-Вегаса, но позже он обрел российские корни, российскую версию. Сегодня в 5. На набережной. Ты знаешь парк «Атмосфера»? Я буду ровно в 5. Эллен, я обещаю, буду ждать. Осенью театральный сезон, 10 октября, мы вас приглашаем уже на премьерные концерты, на премьерные показы. Наши партнеры будут вручать вам подарки.